Лови гольф, лови гольф. Мячик. Так, я сказала тебе пару слов, короче. Нет, я не сказал после... А чем ты без звука это говоришь? Если что, мы сегодня будем играть с одним из моих неадекватов, который в друзьях. У-у-у, куда идём? Всё, let's go, вот сюда. Let's go. Let's go. А что за слова ты говорил? Я сказал, типа, коротко о том, как мы играем с другом в... В GTA 5. Коротко о том, как мы играем. Коротко о том, как мы играем с другом в GTA 5. А как падать быстро? Скажи, пожалуйста. Это секрет. Древнегреческий. Да ё-моё, я двигаться не могу. А, нет, нормально. Да. О, дробовик. У меня слишком много дробовиков. У меня очень много дробовиков. Видео без голоса. Кстати, знаешь, что там слышно было твой голос? Ну, это там чуть-чуть прям. Я не буду говорить, кто это говорил, из-за этого никто не поймет, кто это. Ну, сейчас без голоса, да? Да, сейчас без голоса. Сейчас я выключу микрофон. А я сказал видео. А я записывала с голосом. Идем. Конечно. А куда еще? Раз. У меня нету второго аккаунта. Да, а у меня 1000. Поздравляю, чё. Какой-то ноунейм едет. Сейчас мы его... А, это ты? Не думай, слушай. Ну смотри. Может быть, какие-то люди-то... Там чё, там чё-лики? Да, я вижу. А, а так ты... Чё? Ты меня бросил тут, мне здесь надо выруливать эту ситуацию. Надо, короче, догонять его на машине. Зачем я выстрелил? Сейчас просто убегает от меня, он даже не знает, что я сзади. О, у него даже брони не было. Да блин, дайте мне вылезти отсюда. Привет. Что? Чё? Можно мне что-то синее? О, мне как раз нужен дробовик. Блин. На. Спасибо. Спасибо, спасибо, я хочу синий, синий. Что она выкинулась? А, это... Видимо... Ты отдал дробовик синий, который не альфа один, а который скорострельный, он говно. Ладно. А у меня... А это не альфа один, это пан. Ну, короче... Это острый клык, это острый клык. Вот. Ну, острый клык лучше гораздо, короче. Блин, мы вообще не туда едем, мы вообще на туда. Ногой отталкиваюсь, сука. Забивной. Так, и... Ое. Там какой-то чел сверху катается. О, по нам что стреляет? А, нет, это не звук стрельбы. Это звук этих, вот этих реакторов, которых я делал.
А, понял. Ладно. Хорош. Давай. А! Мы выжили, что? О, вот это прикольное место. Лут, что ты сделал? Что? Все. Да, куча лут. Там проклятая лама, там проклятая лама. Да? Да, посмотри на карту. А, блин, ну ладно. Я возьму тогда аптечку. Сейчас приеду. Я ее в соло сейчас убью. Я ее в соло убью. О, тут все есть. Я оставлю тебе синий Ламборгини. Все, я оставил тебе вот фигню. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. О, все. О, пошли туда, там челики. Там можно лютый учить. Давай, садись. Ты будешь? Ладно. Смотри, надо внезапно напасть на них. Надо, самое главное, надо убить главаря. Ну, этого черного негра. Минус один. Нет, только не это. Только не перезарядка, нет. Это было... У меня 5 хп, чтобы ты понимал. Понимаю. Все, нам надо... ты, короче, хилься? А мне надо идти к... Короче, снизу эта фигня. Только сейчас к нам в челике едут. Где-то снизу. Мне показывают снизу. Дай мне ключ, дай вот, мне ключ. Стой, дай мне ключ. Нет. А, все нашел? Да. А, все. Срочно. Офигеть. Если вам это интересно, посмотрите видео в GTA 5. Тут очень много лута. У меня глаза разбегаются. Я не знаю, что взять. Если рычага, рычага хорошо, но просто у меня очень мало патронов на ней, поэтому лучше возьму скорострельный дробовик. Может быть. Автоматы. Надо лучше забрать легендарный автомат, потому что это хорошо. Я взял один. Вот этот можно. Да. Еще надо лут уничтожить. У меня есть уже. А, окей, пошли. Нафига! Что, тут золото дофига заспавнилось. Все, let's go. О! А, ничего нет. Даже тут хороший лут, офигеть! Надо... Блин, жалко, я ничего не могу. Мне не надо ничего. Ну ладно, я вот это выпью одно. Пистолет очень имбовый, пистолет прям очень имбовый. Я не могу вот пройти сейчас. Ко мне. Я возьму эту. Это, я на этом играть умею, наверное. Ничего. Ну да, я на этом играть умею. А, да, я очень умею на нем играть. Так, где-то тут был мой автомат. Я не помню, где. Нет. Мотоцикл, мотоцикл. А, мотоцикл? А! Я не знаю, где твой мотоцикл. А, я знаю, где. Я знаю, где он. Ну, вроде он. Я знаю, где мой мотоцикл, вроде. А, да, я нашел мотоцикл. Ладно, ну я по речке поеду. Поедем. По речке, да. Ладно. Если там карта, то, если да, я не ошибаюсь, то, это карта. Уже... А, нет, я ошибаюсь. А, нет, или нет. Короче, не знаю, катер это или нет. Я тоже еду по речке. Хорош. А надо найти катер еще. Желательно, просто так. Да, кибермув! Жесткий. Так. Чел. И два чела. Много челов. Там много челов лучше.
Тут пушка Кибертрона! Они еще они в хате, короче, застряли. О, двоих сразу. Возьмем. Минус один. Ну, кнопку одного. Да. Ну, я с тобой хлопну. Главное, сам не сдохни там. Они да, домой! Домой, домой. У меня техника, ну, у меня техника закончилась, из-за этого пришлось взять пушка Кибертрона. Что-то эпическое, А, бумеранг. О нас не подумают, что мы боты тупые, которые играть не умеют. Парящий спирит. О, это очень имбово. Смотри, я могу прыгать, и у меня фиолетовый эффект. А где я не вижу? А, вот, что это? Это эффект такой, я типа могу с куда угодно спуститься. Да, за мной трое человек смотрят. Имба. Потому что мы их убили. Ну, ботики они играть не умеют. Согу. Сундук. Ну, сундук. Прикинь, у меня на видео качество лучше, чем в игре. У меня, не знаю, как это возможно, вообще не понимаю. Я не знаю, я смотрю, короче, на камеру, о! И там качество прям лучше, чем сейчас. Посмотри, там проклятая лама, это очень круто. Ладно. Да, проклятая лама.